На территории Самары расположено 161 здание учебных заведений, которые имеют выход непосредственно на дороге. В текущем году администрация города продолжается реализация мероприятий, направленных на приведение к нормативным требованиям пешеходных переходов вблизи учебных заведений. Они проводятся в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Также в рамках программы достаточно большой объем работ был проведен по установке пешеходных удерживающих ограждений. Основной акцент был сделан — это установка ограждений у школ имеющих выход непосредственно на проезжую часть, ну и приведение светофорных объектов требованиям ГОСТа, наличие на каждом светофоре, который мы строим, 50 метров ограждений в каждую сторону, это требования национального стандарта. Пешеходные переходы на Масленниково Гая до недавнего времени считались опасными. Здесь часто случались дорожные происшествия с участием пешеходов. Конечно, этот перекресток был непростой и действительно доставлял не то что много неудобств, он был опасен. И каждое ДТП с участием ребенка, оно действительно не просто входит в статистику, оно действительно режет по сердцу, потому что это все-таки наши дети. Важнее детей и безопасности детского здоровья, наверное, важнее ничего нет. Теперь на перекрестке есть не только светофоры, но и новые дорожные знаки, пешеходные ограждения, разметка. В Самаре в этом году установили 35 новых светофоров там, где их не было никогда. 15 из них в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения. Также в рамках реализации программы вдоль проезжей части установили пешеходное ограждение. Только в этом году их протяженность составила более 7 километров. Благодаря реализации программы в Самаре установлены пешеходные ограждения по 24 адресам, в том числе 15 возле учебных заведений. Все работы возле школ, запланированные на текущий год, выполнены.